Мир без людей, мир без звуков, эмоций. Являются ли люди спасителями мира? Или же они рушат идеалы Вселенной? Мир, в котором очень сложно услышать друг друга, но легко уничтожить чувства человека. Это эра человечества, эра каменных стен. Но даже в самые холодные вечера тепло души способно согреть любимого человека. Научитесь слышать друг друга, и пусть внутренний компас подскажет решение.